Скажите, пожалуйста, а как так получилось, что ваш малыш на заднем сиденье не пристегнутый? Это пристегнула, а то сел и сидит. Сейчас, пожалуйста, сделайте все как положено, хорошо? Вот сейчас малыша пристегнут, и он теперь будет уже в безопасности. Сюда обижается. Водитель, нарушивший правила перевозки детей, привлечен к административной ответственности. По части 3 статьи 12.23 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере 3000 рублей. Безопасность ребенка в салоне автомашины целиком и полностью зависит от водителя. Доказано, что ничего лучше специальных удерживающих устройств для перевозки детей не оберегает их в момент столкновения. Отправляясь в путешествие на автомобиле, приучайте ребенка занимать свое место в детском кресле. При этом сами всегда пристегивайтесь ремнем безопасности, что также послужит для ребенка хорошим примером.